Давно мы с тобой не виделись, а? Ой, нельзя так. Вот, туши, туши! Макс там в огонь пошел зачем-то! А че вы не... Я думал, это кислород! Врывается фуга! Могильное что-то такое. Как насчет твоего плода? Он запретный? Стойка! Здорово, с тобой Джим, и это лучший монтаж 2022 года. Хоть что-то есть хорошее в этом году, потому что ситуация в мире сейчас катастрофически ужасна. А этот ролик я начал делать задолго до всего происходящего. Я уверен, что у меня получится в данном видео хотя бы отвлечь тебя, а может даже настроение немножечко улучшится. Все фрагменты видео взяты с моих стримов, которые проходят на Твиче. Я собрал лучшие клипы, которые делали люди на моих трансляциях за очень долгий период стримов. И это лишь маленькая капля того, что происходит у меня на трансляциях. А стримлю я практически ежедневно, ссылка на мой Twitch в описании. Также не забудь поддержать меня, пожалуйста, лайком, да? Прожмите эту вонючую кнопку, накажите ее, сотрите ее в труху просто. Ну ладно, поехали. Чем бежит? Со свинкой в руке какой-то. Это свинка? Ниже плохое зрение. Кто там? Я реально вижу свинку. Я не шучу. Пожалуйста, да, он едет на темнокожем парне. Ебать, на бутылке сидит. Бля, я думал, он... Аня в бутылку замаскировался и под ним сидит, думает, мы не знаем. Чё, блядь, за смеётесь, блядь? А, ну всё, не успеешь. Пока. Блять! А, даже так, да. Ого! Чё происходит? Блять! Ой, сюда бежит, фуга бежит. Чё, Дэн, чинишь генератор? Блять! Блять! Я, блять, его оглушила как-то, блять, чудо. И баня там к текстурам липнет. Держи, 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 он мимо пройдет. Держи. Держи, держи, держи. Охуенно, охуенно было. Девчонки, у вас новый краш. Гагатун после пластической хирургии. Пачкай хуй, Джим живой. Чё? Я прочитал сейчас. Там панки хуй? Чё я прочитал, блядь? Артём, ты чё? А, да, панки хуй. Пачкай хуй, Джим живой. А помогите понять, а у нее шапка или нет? Не. Брат, если я чё поселюсь, не дерись. А, чего прыгай? Понял, брат. Давай, пошел. Давай красный. Красный, красный, давай. 20%, я не могу проебать. О, зови сразу. Агрессия! Когда я в жопу? Чё, когда я в жопу? Когда я в жопу? Чё? Не надо тебе в жопу. В жопу не надо. Не, если хотите, мы не против. Да. Ну что вы в жопу? 100% мясо. 100%? Хуже, чем в фикс-прайсе. Вот, даже двойная. Ёпта, я могу поделиться, Дэн, хочешь? Ну-ка, до бороды. Ну почти. Ебать язык длинчайший. В смысле, длинчайший язык? У тебя длинчайший язык. По носу, до бороды. Нет, блядь, каплик нахуй по сравнению с Джимом. Ты король кунилин. Она не знает где. Кто не рискует, тот не кайфует. Ребят, кайфуем. Вау! Это если б я был маньяком и за кем-то бегал бы. Я бы бегал. Вау! Ебать, до свидания, нахуй, нихуя себе. Вот это да, блядь. Да, он сдох. Как он? Блин, Дэм, грустно. Закрыто. Подожди! Что за хуйня? Бил там после двери! Да, да, да. А вот маленький мальчик тоже. Маленький мальчик бегает. Дэн, шкивай. Он по потолку бегает, он по потолку. Я бы пошел отсюда. Кто это жжет? Внимание, трюки, которые вы сейчас увидите, выполнены профессионалами, и я запрещаю вам повторять это дома. Бать, казан? Да. А, он сгорел. Ай, взрыв!
Кто-нибудь умирал, хомяк, недавно? Как зовут? На, Фуга, ты будешь поджигать. У меня Юзя, Юзя. Вызываем Юзю. Юзя! Ох, ебать! Это жестко было. Юзя не пришел, дыма много. Ой, ну деду такую же, я думаю, посвятите все. Деда вызываем, ну ладно. Деда снизу. Последний раз, ребят. Что так много-то? Три. А в тот раз столько же? Одна. Вы что, ебанулись, блядь? Блядь, это пиздец. Ой, нельзя так. Это очень громко. Это очень громко. Сейчас похвастаюсь. Похвастаюсь в игре. О, нихуя себе. А ты куда летишь-то? Пусть знает. Балмор, вот, который мне надо, только что пролетел. Все, Балмору пролетел. Блядь, что? Они были изгнаны, поражены тьмой, прокляты, всему виной их порочность. Неважно, в каком городе вы живете и какие блюда вы любите. Пельмени, шашлык или блины. Важно, что есть длинная капсула «Финиш», которая растворяется быстрее, чем порошковые таблетки, отмывая посуду до блеска. Дом, ура! Мне так не понравилось на улице. И мне. Заебись. Наверное, пока на них будешь долго смотреть, они будут там стоять. Но стоит отвернуться... Блять, волки! Банда! Мне нужна помощь! А запретный плод сладок, верно? Не, не очень. Как насчет твоего плода? Он запретный? Мой плод? Ну, достать его непросто. Не всякий укусит. Ну, я уже кусаю. Просто не верится, что я веду такой разговор. Кусай. Вот такой паштет шпротный. Это хуже всего будет, я отвечаю. 4 рубля 5? 18 рублей, блядь! Банка, блядь, дороже, чем 18 рублей. Так, выглядит вот так вот, интересно. Запах я даже не знаю, нюх, нет. Давай выветрим чуть-чуть. Не, на сразу. Выветрим. Это как будто мой вы кишков напотрошили. Кишечником какие-то воняют. Кишечником. Это реально рыбьи кишки. Рыбий кишечник, блядь. Не, ну надо же куда-то рыбьи кишки девать. Я уже икаю или блюю, я не понимаю. Раз, два, три. Это пиздец. Бля, это худшее, бля. Могильное что-то такое. Надо бы ты реально пришел к бабушке, бля. Капкан. Капкан. Нажмите, чтобы положить мясо. Есть мясо? Я о, как фонарь. Все, о, фонарь. F. О, кайф. Бля, вот он сприз. Кто капкан поставил? Так, патроны нашел. 5.56. Я что-то сделал. Блять, по-моему, сейчас будет пизда. Ты его вызвал. Наши капканы кто-то разломал, кстати, на камерах. Вот он, Бигфут на наших капканах. Он капкан поднимает. Пойдемте. Пойдем. Вот тут. Надо еще раз сюда поставить. Давайте, может быть, где-нибудь поставим и будем его выслеживать. И камеру вот где-нибудь подальше поставлю, чтобы он на нее не агрился. И я еще одну, чтобы агрился на нее наоборот. И будет две, кайф. Чё звук? Чё, где? Я а, ну это медвежий, наверное. Блин, как же дрон запускать? А, попробуй Q зажми и там дрон выбрать. Пацаны, вы бы знали, прикольно, блин. Хотите полетать? Мы можем посмотреть, как ты летаешь. На семерку. О, надо высоко от нас отлететь и на месте вот так вот вверх лети. И когда он будет к нам подходить, мы на него нападем. Он будет думать, что мы не ожидаем, а на самом деле не ожидает он. Вот. Балаган, отойди, он с палкой. Нормально, жги его. А, он с палкой. Я вообще, по-моему, ни разу не попал. Я упал. Он мне все засал, соси, блядь. А может, оно это? Ёлки-палки. Макс! Справа, нижний глаз. А, блядь, сука! Он мне вышел прям в ебло. Он опять на меня нападает, я еще не встал даже. Я умер. Сейчас разрешу. Пошел, я иду к праотцам. Я тебя люблю, Марина. Это мне любовница в школе уже. Желаю счастья и здоровья. Это тебе любовница написала, ты любовница. А, я, наверное, любовница. Ну да. Блять, значит, не получила. Да как это убрать? Да доставай. Папи, что там насрало или что? Че, реально? Иди убирай. А че никто не заметил?
Мне еще звонят по телефону. О, гонка нормальная, без этих приколов всяких. Да, алло. Алло, в тетрис играет. Мне в тетрис играет, мне нельзя сейчас. Я, Артем, что ж такое? Дэн, вся надежда на тебя. Я держусь за Сикс, смотрите как. Не давай им это места. О, остров ставь. Корень ставь. Корень. Нет, Дэн, ты перевесил. Почему я засосисился? Так ты перевесил. Да что за хуйня, блядь? Засосисился. Ну все упало, засосисился. Нет, Дэн! Да ай-яй-яй, блядь. Плохо дрочить маленькие члены. Почему? Наоборот, ну как бы больше влазит в руку и ощущение приятнее. Ну да, если член огромный, пока то вверх-вниз, вверх-вниз. А это маленький, и все нормально. Так-то. Так что думайте, прежде чем заводить себе большой член. Можно эффект неожиданности? Ну давай, напрыщавим их как следует. Поехали прям на машину. А, стоп, сзади, сзади кто-то. А, блядь! Нет! Вы чё, все командой сдохли? Так, чё нажать-то, ебать? Чё нажать-то, ебать? Чё ещё-то нажать-то, ебать? Чё нажать-то, ебать? Ой, блядь, не то нажал. Раз-раз-раз-раз. Ой, очко моё голое, блядь. Вес на руках. Да, лопатки вместе. Прогнули поясницу и вниз-вверх. Садимся вниз. Делаем круговые движения поясницы. Круг поясницы. Круг. Держу, держу. Нормально. Ой, легко, легко. Да не очень. Я сейчас умру. Нихуя, нормально! Не бейте, пожалуйста, Дэна, если что, если видите, пусть он бежит спокойно, ребят. Мне пистолетик. Дэн безобидный, если что, бежит, нормально. Да, я еще и попасть не могу. Во, пойдем, пойдем. Вот, смотри, в этих воротах хуйня лежит, подбирай ее. Вот она. Блядь, ты выжил! Ты меня наебал! Это точно вот так не надо, лучше по лестничке, правильно? По лестничке безопаснее, мы как бы сами контролируем исход событий в будущем. О! Так, это турельный... Ой, я упал громко в вентиляцию. А, вот кто-то умер, на этот на Б. Вот он крадется, сука! Ой, блядь! Интересно, можно? Блять, жучок меня ест! Отъебись, блять, жук! Сука, у меня 8 хп! Блять, жуки мои же за мной бегают! Макс, отойди! Чё? Блять, я думал, вы мимо пойдете, блять! Хуль вы... А где я, блять? Что? Конус ебучий! Да пошел ты нахуй! Сука! Я в этот раз буду на скорость сам квесты выполнять, ни с кем не буду ходить. Блин, ладно. Все, пока. Они ушли, а вот они. Ну ладно. Нормально. Вот тут вина я сейчас выпью. О, чьи-то губы, чьи-то губы. Чьи-то Гордон подозрительно выполняет квесты. Как Серега дела? Да я чуть-чуть раздуплю иногда. Как тебе губки, Серега? Твои? Не, ну ты же квест сейчас проходишь. Что? Ну ладно, пойду я отсюда. Лукашка убийца. Так. Да, 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 все, погнали. Лукашка и Ксюша убийца, я вам отвечаю. Мне на первый, мне на первый. Ну, голосовалка на третий. А сейчас, не, ну мы нам, пока не будем, мало ли не проверить. Они. Вдруг мы будем ошибаться. Серега, не оставляйте меня с Серегой, я боюсь его. Так, а тут что такое? Серега, ну он такой в шоке, что происходит. А, Серега, блин, извини, да. Ты все слышишь. О, мы с тобой пьем, нихуя себе. Блять, я умер, охуеть. Все-таки это был Серега. Давай, я с тобой побегу, потом наверх пойдем, я тоже доделаю. Ой. Опа. Так. Он из люка, опа, по-моему, вылез. Да-да-да, из люка вышел. Из люка, который лазит. Еще. А вот Митруха из люка. И Митруха вышел. И Гордон. Кто-то из... Опа, да, есть. Опа. Опа. Это Гордон, это Гордон, это Гордон. Гордон, ты опять не... Короче, смотри, он вылазит из люка перед нами. И такой, типа, да я тот чел, который по люкам лазит. И Митруха вылазит из люка. Вот, смотри, Макс, сейчас мы найдем тебе оксигенчик. Вот, видишь? Вот, бери. Бери. Нет, нет!
Макс, мне тебе тушить нечем! Макс зашел в огонь! Вот, туши, туши! Макс там в огонь пошел зачем-то! А че вы не? Я думаю, это кислород! Нет! Стой! Иди сюда! Блять, он что, умер? Он умер! Охуенно сейчас будет, я охуенно все давай, сделал. Давай, давай, фуга. Я просто спас ситуацию. Сейчас давай, смотрите, фуга. Уже 30 градусов, был 20. Вот да, увеличивается, блядь. Сейчас, сейчас, сейчас будет, сейчас будет. Давай, 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 давай. Врывается фуга. Бля, хуя. Ого! А вы слышите, да, сколько я кнопок жму? Да. Поехали. Да, блядь, кто? Да, Гёнка ждала. Она ждала. Все, не отгадайте. Никогда в жизни. Итак, поехали. В смысле, блядь? Как какая-то вообще, нахуй, что это? Ну, это Чарли Чаплин, блядь. Так. Спасибо тебе большое за просмотр. Спасибо огромное то, что ты смотрел до сюда. Если ты первый раз на моем канале, обязательно не забудь подписаться, там на колокольчик нажать, лайк поставить, да комментарий написать. Ну, если ты тут давно сидишь, да, то же самое и для тебя. Короче, пальчики там никто не отменяет. Вот, если хотите видеть меня чаще, ссылочка на Twitch опять же в описании. Приходите, я там практически каждый день сижу, играем мы игры, что-то кооперативы. Много вообще всего есть. Также есть, кстати, еще один каналчик. Там вырезки выходят со стримов, просто как летсплей, да. Можете посмотреть, ссылки на все всегда внизу. Спасибо еще раз, приятно, всем удачи и здоровья, чтобы у вас все хорошо было, ребят. Ну, время непростое, поэтому... Ну и, короче, держитесь, держитесь. Надеюсь, что у всех будет все хорошо. Давайте, до встречи.